Смотри-ка, а кто это там у нас сидит? Во, блин, высоко забрался. Так, блин, где мои игрухи? Куда ты их спрятал, братиш? Опа, носорогище. А там чё? Ага, рогатая газель. А это чё за фигня летает? Воробушек, ты ли это? Так, надо где-то срочняк ружьё найти. Пиу-пиу-пиу. Чё это там за перец прохлаждается? А, лемурыч. Лемурыч, я здесь, и я спасу тебя от этого бройлера. Mission complete. Чё, этот камень пропускает, бракованный что ли? Камень, заговариваю тебя, закрой этот гейзер. О, какой у тебя внутренний мир. База, приступая к плану Б. Двигайтесь к радиовышке. База, это маленькая девочка. Я на радиовышке. Вижу тощего носорога. Спускаюсь в открытый ящик. Есть предположение, что под книжкой что-то есть. Нет, мои предположения бурда. Здесь ничего нет. Носорог, подумай о жизни, не скидывайся. Пошли лучше со мной. Маленькая девочка, это база. В секторе висящий ящик обнаружен еще один камень. Принято, направляюсь к висящему ящику. А, фак, высоко, как разболтанный болт, понеслась жара! Да! База, прием! Камень у меня! Десантируюсь! Направляюсь к гейзеру! Фак! Чё происходит? А ну, стопэ, верни игруху обратно! Братюнь, мы так не договаривались! Ну все, ты решил играть не по правилам, да? Где этот кошак? А ну иди сюда, сейчас камнем зашибу! Ой-ой-ой-ой, нет! Брысь! Брысь отсюда! Сгинь в кошачья нечисть! Ух, как щекотно! О, телек! Моим братюням надо подкинуть! Ребя, гляди, что принес! Теперь вам не так будет скучно! Тут, правда, один дом-два, но ничего! Так, значит, место мне пригодится, потому что Лёва у меня братиша упер. Носорог, ты чё такой печальный? Лемурыч, не в пол смотри, а на телек! Надо было вас рассадить нормально. Оказалось, что мой братюнь упер не только Лёву, но и зебру. Мою маленькую розовую зебру. Есть предположение, что он снова засунул ее в этот комод. Блин, когда стала ныть эта макака уже? Нет, здесь пусто. Может, он все стаскивает бройлеру? Нет, кроме... Да тихо ты, не ори! Кроме лемурыча там больше никого нет. Усатый! Куда это он побежал так? Неужели опять игруху у меня спер? Надо проверить. Ребят, все на месте? Вроде да. Скидываем балласт и бежим на гейзер. Сейчас мы полетаем снова с тобой. Во имя небесного духа, не прожги мой пукан, кавабунга! Воу-воу-воу, кажись, перелет! Удачное приземление, между прочим. Так, надо спуститься на два яруса вниз. Вот так. И еще разочек. Вот так. Очуметь. Носорогич, идешь со мной. Ну что, носорог, учитывая, что ты так высоко взобрался, давай мы тебя пульнем. Мимо. Вообще не туда, не в ту степь кинул. А братюнь там все палит. Я иду за тобой. Носорогич, пошли со мной. В обход этого дикого мальчика. Вот так вот. Сейчас вернем мы тебя домой. Иди, дом 2 смотри. Пришло время забраться на шкаф. Югу! Вот это полетище. Нифига, мне бы еще кто-нибудь крылья приделал. Оу! Вот это я удачненько залетел. Смотри-ка, ружье. Ну все, я теперь гроза джунглей. Сейчас нафиг всех поперестреляю. Своей пукалкой. Резиновыми патронами как напихаю всем тут. Тигр! Тигр! На! Жуй резиновые пули. Не нравится, да? То-то же, нефиг у меня игрушки таскать. Тра-та-та-та-та, бройлер, на тебе в деревяшку твою, и в пузище, и в ротище. Вот так я тебя сейчас засыплю этими пульками. Да, жалко тебя, это, конечно, не берет. Лемурыч, крепись, я тебя скоро спасу. Пришло время прожечь мой пуканище и взлететь еще выше. Ю-у-у! О, кассет, смотри-ка. О, днюха, здесь у кого-то пати. Нифига себе, пати на скалате. А ну-ка, пошли-ка. Лемурыч, ты чё это тут с зеброй розовой моей развлекаешься? Офигели совсем. О, кстати, воробушек. Так,
Нифига себе, воробушек, это твое яйцо, что ли? Так, что за дела? Что за вода из ружья поливается? Где мои пульки? О, пошло. Воробушек, а ну иди к папке. Блин, не достать его совсем. Ну все, я твое яйцо сейчас стырю, воробушек. Опа. О, кажется, это не его яйцо было. Слышь, пернатый бройлер, ты так это, не пугай. Блин, с яйцом да по скалам, надо аккуратненько. Ух, в топку яйцо, лемурыч освободился, надо его спасать, срочняк. Лемурыч, лемурыч, не убегай от меня, лемурыч. Мы же друзья, иди ко мне, пупчик. Все, пошли домой. Ну все, братва в сборе. Все четыре лемурыча. И вернулась розовая зебра. Огонь. Сейчас я тебя все равно подстрелю. Есть, подбил. Бегом. Скорее его надо подбирать, а то очухается, улетит снова. Ну что, дружище, налетался? Все, пошли обратно домой. О, братюнь, здорово. Давай проваливай. Так, а мы сейчас на шкафчик. Хлопана. О, смотри-ка, я как знал, что там кто-то есть. Слонямба, я иду с тобой. Наконец-то я тебя нашел. Ты подругу свою не видел, а? Бежит слоняра по лесу, трясет своим стволом. Добро пожаловать домой. И воробушек тоже дома. Ну вот, уже не так скучно вам там всем будет. Значит, что, кого мы нашли? Воробушка нашли, носорога слонямбу нашли. Этих всех тоже лемурычи нашли. Газель нашли. Хотя нет, газель не нашел еще. Неужели не нашел? Ну-ка. Блин, носороги, слонямба. Точно не... братюнь, ты офигел совсем? Это моя территория. С дома свалил моего. Офигевший вообще. Дверь мне запили. Усатая ты, животное. Надо тебя подальше от дома отвезти. Так. Да, Лёва, наконец-то я тебя нашёл. Вот тебя куда братюня спрятал. Все, побежали снова домой. Там у нас телек появился. По нему крутая передача идет. Белый шум называется. Лёва, за нами погоня. Все, давай, пока. Валим. Фух, убежал. Еще бы чуть-чуть и все, кранты. Надо бы в одно местечко слетать. Я ж в самом начале, когда с бинокля смотрел, там газель на коробках была. Вон она. Ну все, газель. Я тебя нашел. Пошли домой. Нефиг тут делать. Ух, как я ее мощно за шею схватил. Газель дома. Так, блин. Кого-то не хватает. Да, точно. Кого нет. Газель есть, Лёва есть, лемурыч есть, хомяк есть, зебра есть, макаки нету, слон и носорог есть. Ха, надо, короче, найти еще подружку слона, подружку зебры и макаку. Вроде бы все тогда. Каждой твари по паре, как говорится. Я еще ни разу не летал вон в тот шкаф. Надо бы это исправить. Югу! Ууу, нифига себе, какой он здоровый. Опачки! А вот и наша зебра вторая спряталась. Пошли домой, тебя там подруга заждалась. Еще одно местечко, где я не был, это ключница. О, слонямба. Точнее, подруга слона. То есть слониха. Я тебя нашел. Че ты тут так высоко делаешь, а? Тут же опасно. Давай десантироваться. 1, 2, 3. Такое ощущение, что я на слоне еду. Ну че, макака, настало твое время. Говорят, если пострелять по дереву, возможно, ты свалишься. Давай выпадай, скотина. О, вывалился шимпанзе. Пойдем-ка домой, макак ты бесячая. Ну что, вроде бы я все собрал. Сейчас воробушка еще раз кину. И... блин, братюнь, тут как тут, а ну вали отсюда. Воробушек еще что-то не кидается нафиг. Воробушек, давай, лети в загон. Да чтоб. Мои руки что, не с того места растут, что ли? Почему он сзади оказался? Воробушек, давай, лети. Красавец. Макака, нам только тебя не хватало. Дети, быстро на полдник. Дорогая, где хлеб-то? Сейчас принесу. Эй, это моя ложка. А, да? Давай махнемся.